Hello. Hello. Hi, добрый день, Татьяна. Добрый день. Сегодня предлагаю поговорить о выражении будущего времени. Is it interesting for you? Yes, it's Right. Then I'm sure that you know something about it. Am I right? Вы наверняка знаете уже что-то о том, как можно выразить будущее время. Да. Please, how can we do it? Напомните мне, пожалуйста, как мы можем выразить будущее время, Евгений? Мы выражаем его с помощью will и shall, правильно? Very good. Will и shall. Это время future indefinite. Shall и первая форма. Например, I will do it sometimes. Yes? Какие еще есть будущие времена? Какие? Я не знаю, вот у нас Виталий, может, ты знаешь. Виталий, подскажите, пожалуйста, кроме future indefinite, как еще нам можно выразить будущее время? Future continuous, future... Совершенно верно, future continuous. Как образуется future continuous, вы помните? Ну да. Пожалуйста. Вообще все формы continuous как образуются? I will be doing. Very good. А теперь скажите мне, пожалуйста, а в чем же разница future simple или future continuous? В каком случае мы употребим future simple и в каком future continuous? Ну, это так, то же самое, как мы говорим про past, present simple and present continuous. То есть, если что-то будет действовать на каком-то промежутке времени, тогда это будет continuous. Если нет, тогда это, если как бы always, I will always do something, so it's, это мы всегда делаем, поэтому это будет просто simple. Simple. Вы совершенно правы. А continuous? Давайте, вы правильно, мысль ваша правильная, но давайте немножко уточним формально. Мы проводим какую-то параллель, но не стопроцентную параллель со временем present. Present continuous – это то, что мы делаем в данный конкретный момент. А во времени future нам, соответственно, нужно указать какой-то момент. Например, в это время, через неделю, я буду загорать на Средиземном море. Переведите, пожалуйста. I will be sunbathing. Загорать. Sunbathing. Sunbathing. I will be sunbathing. The in a week. Yes? Yes. Repeat, please, the whole sentence. Повторите, пожалуйста, все предложение. I will be sunbathing at this time. At this time. Как там вы говорили, через две недели, да? Next week. Very good. Понятно. Значит, уже у нас есть две возможности. Future simple и future continuous. Еще вариант. Евгений, может вспомнить еще? Future in the past? Future in the past – это немножко другое. Future in the past мы употребляем когда? Когда кто-то в прошлом говорит о том, что он сделает в будущем. Фактически, future in the past больше касается момента говорения. Все остальные времена мы говорим из настоящего. Я говорю сейчас, что я когда-нибудь это сделаю. Вот Виталий через неделю будет загорать на Средиземном море. А future in the past было бы то же самое, если я завтра скажу, Виталий said that he would be sunbathing next week. Еще. Давайте вспомним, какие у нас есть еще времена. Simple или indefinite. Continuous. И еще какая группа? Самая такая. Perfect. Perfect, very good. Perfect, future perfect. Future perfect, Виталий.
Это то время, которое мне очень сложно говорить, когда я говорю на английском. Perfect вообще для нас самая сложная группа времен, да. И это нормально, потому что у нас нет аналога. Continuous мы понимаем, как ты растянешь действие, будет continuous. А perfect, давайте тогда вспомним, что главное во всех временах perfect. Как вы думаете, Виталий? Это частка have и be плюс и, наверное, закончание. Это вы сейчас говорите о формировании времени, правильно? Да. Это have и третья форма. Be тут не участвует, have и третья форма. Нет, а вот по сути, не формально, а по сути, что главное во временах perfect? Законченность действия какого-то, нет? Sorry? Законченность действия какого-то, нет? Very good. Да, Евгений, совершенно верно. Это какая-то завершенность действия. Поэтому, если мы говорим о present perfect, то чаще всего это что? Действие, которое было совершено в прошлом, но на данный момент имеет какой-то результат, оно закончено. Значит, что такое future perfect? Представьтесь, пожалуйста, может, вы нам подскажете? Вы присоединились там. Альфия. Yes. Здравствуйте, Альфия. Здравствуйте. Когда мы употребляем время future perfect? Давайте напомню. Я уверена, что вы знаете это, но давайте вспомним. Значит, future perfect, как совершенно верно сказал Евгений, это какое-то завершенное действие. Значит, мы выражаем таким образом действие, которое будет завершено в будущем к определенному моменту. Чаще всего future perfect, unfortunately, we can see at work. Чаще всего нам босс говорит: this work will have been done by Monday. То есть, эта работа должна быть закончена к понедельнику. Понятно? Да. Понятно. Yes, значит, yes. Как мы образуем это время? Все времена перфектные образуются вспомогательной have плюс третья форма глагола. Значит, в данном случае мы просто ставим have в будущее время. Will have done. Подсказкой здесь может быть предлог by. То есть не в понедельник, а к понедельнику. Скажите мне, как вы понимаете разницу? Вот эта работа будет закончена в понедельник, а эта работа будет завершена к понедельнику. Ну, да. Неделя будет завершена. Sorry? То есть в понедельник приходишь, работа уже сделана. То есть в неделю, там, в воскресенье ты уже это закончил. Совершенно верно. Если мы говорим, что я заканчиваю работу в понедельник, а потом во вторник я иду в отпуск, как бы я ни работала, выходила из себя, ночей не досыпала просто, или спустя рукава, все равно я заканчиваю в понедельник, а во вторник я в отпуске. Когда мы говорим «this work will have been done by Monday», это означает, что начальника, заказчика интересует, чтобы работа была к понедельнику. Если хотите, работайте понемногу каждый день. Если хотите, в воскресенье ночью сидите. Хотите, в пятницу ее сделайте, а в субботу, воскресенье отдыхайте. Главное, чтобы к понедельнику она была закончена. Is it clear? Mm-hmm. А я попрошу, подумайте, пожалуйста, о очень простых примерах вот этих трех времен. Какое-то самое примитивное действие future simple, future continuous, future perfect. Евгений, давайте с вас начнем. Future continuous. Uh-huh. Так. I will be doing it when you will come. I will be doing it at 5 o'clock tomorrow. 5 o'clock tomorrow, да. То есть мы не знаем, вы сделаете эту работу, вы не сделаете, мы знаем только, что в этот момент, в 5 часов завтра, вы будете в процессе этой работы. Mm-hmm. Так, к нам еще присоединились люди, представьтесь, пожалуйста. Александр? Yes, I'm Alexander. Александр, пожалуйста, какой-нибудь. Sorry. Какой из этих времен? Ну, мы не сначала слушали. Yes. Пожалуйста, Альфия, может вы? Choose any tense you like, you prefer, tell us. I will write. Да, такое себе обещание. I will write you a letter. Я напишу
Но когда, это уже как получится, как позволят обстоятельства. Совершенно верно. Виталий, и попробуйте теперь perfect. Yes, я хочу perfect, yes. I will have done exercises by 15 weeks. What do you mean by 15 weeks? Ну, давайте скажем... Ну, пусть будет by Monday or something. Monday, да, совершенно верно. Понятно? Угу. Да. Значит, мы с вами разобрали три времени, с помощью которых мы можем выразить будущее действие. Теперь скажите мне, пожалуйста, а можем ли мы выразить будущее действие настоящими временами? И если можем, то какими? Так, я вижу, к нам присоединились новые люди. Представьтесь, пожалуйста. It's a question for me. Да, Михаил, пожалуйста, как вы думаете, какими настоящими временами, если вообще это возможно, мы можем выразить будущее действие? Hard question. I don't know. Maybe right, who knows? Present continuous. Maybe present continuous when I say I'm traveling on Sunday. It means that I have a ticket on the plane, something like very that. Very good. Yeah. Very good. That's right. Значит, из настоящих времен, будущее время, мы можем выразить present continuous. И это означает, как Михаил совершенно верно сказал, запланированное действие. Это не просто так «I will travel», да? А уже «I'm traveling, here I have my ticket, I have my place, my room reserved at the hotel, I'm sure that I'm traveling on Tuesday». А еще какие-то времена могут выразить будущее время? Александр. Present simple. Present simple. А в каком случае present simple мы используем для выражения будущего времени? The plane. Так, так. Take off. Takes off at 7 p.m. At 10 o'clock tomorrow. Да. Yes. Совершенно верно. То есть. Когда мы используем это время? Когда речь идет не о наших личных планах, а когда речь идет о расписаниях. Самолеты, пароходы, паровозы, там все, что все виды транспорта, мы не можем это изменить, это не от нас зависит. Расписание там банков, магазинов, банк откроется завтра в такое-то время. Или концерт начнется такое-то. Но здесь мы можем провести аналог с русским языком. Смотрите, ее самолет прилетает завтра. Мы не говорим «прилетит», а мы говорим «прилетает» в настоящем времени, хотя завтра. Так, значит, у нас есть три времени будущего и будущих и два времени настоящих. А есть ли еще какой-то специальный оборот, которым выражает будущее время? Я уверена, вы все его слышали. I'm going to go to the shop. That's right. Что означает этот оборот «I'm going»? To do something. Ну, я планирую, как бы, вот так. Это я тоже планированное действие. Абсолютно верно, Виталий. Но тогда у меня следующий вопрос. А в чем же разница? Мы сказали, что present continuous – это запланированное действие, и I'm going to – это тоже запланированное действие. What is the difference? Альфе, может, вы подскажете? I don't know. Yeah? Александр? It's difficult for me. It's really difficult. It's very slight nuance. Михаил? Татьяна, I'm sorry. I don't see you. I see only black screen. Maybe you turn on your cameras and we can... Nobody can see me? Only yes. You? Yes, nobody. It's a black screen. It's like. What can I do? Maybe try to switch off and switch on camera. Restart. Вверху, рядом с микрофоном, да, перечеркнутым микрофончиком, есть камера. Нажмите ее и отожмите. Камера, да. Так, нажимаю. Так, я вижу вас всех и все. Так, теперь еще раз нажмите ее. Чтобы она стала белая, а не красная. Так.
Oh, tell me. Okay. Да. I'm sorry, I didn't want to disappear. Так, значит, в чем же разница этих двух запланированных действий? I'm going to do something and I'm doing something. Ну, это разница в том, что то, что ты говоришь I'm going to do something, это значит, что ты делаешь это вот прямо сейчас, вот, ну, буквально через 5 минут. То есть ты уже это как бы делаешь, но это будет... Вот ты идешь, а то, что ты будешь делать, это запланировано, но какое-то может быть отдаленное время, может. I'm afraid I can't agree with you. Боюсь, что не могу с вами согласиться. А ваше мнение, Альфия? I think I want to do something. It doesn't. It means that you want, but you don't sure. You are not sure. So. But I'm going to do it. But it's going to, or I am doing. You said I won't, but we just try to tell the difference between I'm going to do something and I'm doing something. Because I want, you see, I want to go to the moon. Just a moment. I'm doing. It means that it's a process. It just now I'm doing. I began. Already. I'm going, I don't begin else. I'm afraid you're not quite right. Why? Because, yes, it's true. Present continuous означает процесс, в котором мы находимся в данный момент. Но в данном случае мы разбираем present continuous только в значении будущего времени. Так как вот уже был приведен пример. I'm going to Paris tomorrow. Александр, ваша точка зрения? Ну, может быть, I'm doing, когда уже точно известно, что буду это делать, а I'm going to do, это собираюсь, но могу еще и отменить. Теплее, теплее, совершенно верно. Значит, давайте возьмем какой-нибудь пример, и я продемонстрирую на примере. Например, каждый день, когда в час пик я захожу в троллейбус или в автобус, я себе говорю... I will buy a car one day. Да, я когда-нибудь куплю машину. Но, видите, случится это в этой жизни или в следующей, я не знаю. То есть I will buy a car – это какие-то могут быть очень отдаленные планы на отдаленное будущее. Но потом ситуация изменилась, я нашла хорошую работу, я стала немножко разбираться в марках машин, я могу отличить уже там Запорожец от самосвала, и я уже коплю деньги, у меня есть какая-то сумма. Тут я уже говорю, I'm going to buy a car. Здесь уже есть какие-то планы. Ну вот, я накопила всю сумму, я присмотрела ту машину, которая мне нравится, я договорилась в салоне. И следующий раз у нас с вами урок, а я вам говорю, I'm sorry, I can't, I am buying a car on Monday. То есть это уже 100% договоренность. Все понятно. Понятно? Да. Да, теперь понятно. Так разжевывать. Это да, спасибо. Даже я уже понял. Ну что вы такое клевещете на себя? Ну, мне тяжело, я никогда вот такие моменты не... Так, мне так тяжело это все было понять. Вы знаете, почему? Такое одно из распространенных заблуждений, что вот прошедшие времена очень сложно выучить, а будущее это так легко. Вы знаете, это не совсем. А прошедшие, когда мы будем учить? Что будем учить? Прошедшие тогда, когда тяжело. В прошлом надо было учить. Прошедшее? Пожалуйста, ну, у нас там есть некоторый план, когда в любое занятие. Окей. Так. Теперь давайте сравним. Значит, мы сравнили going to и continuous. Теперь давайте сравним вот это вот I will или I shall. Кстати, по поводу I shall и I will. Как вы считаете, употребляется ли форма shall вообще сейчас? Она актуальна? Или актуально. Она... Актуально. Thank you very much. Еще одно большое заблуждение. Shall не существует. Это касается American English. But the British, they are more conservative. In British English, they use I shall. I, we shall, but you, they will. Теперь давайте попробуем вот рассмотреть такой диалог.
Когда в диалоге у нас есть запланированное действие и есть так называемое decision on the spot, то есть решение, принятое по ходу дела. Вот переведите мне, пожалуйста, подумайте вот о таком диалоге. Вам кто-то звонит, друг, и говорит, слушай, пойдем куда-нибудь погуляем. Вы говорите, нет, я вечером, извини, собираюсь смотреть свой любимый фильм. Друг спрашивает, да, а что за фильм? Такой-то. А, тогда я тоже посмотрю этот фильм. Переведите мне, пожалуйста, обращая внимание в основном на эти формы. То есть, я вам говорю, let's go for a walk today in the evening. А вы мне что говорите, Михаил? I'm sorry, I'm don't... Right? Maybe Александр. Александр, пожалуйста. А вы мне отвечаете, я собираюсь смотреть фильм. I am watching the film. I'm watching the film. Альфия, вы согласны? I'm going. Yes. I'm going to watch a film. Yeah. Why? Why? I'm not agree. I don't agree because if we you told that film will be start at 5 o'clock. We know that this film can really will be at 5. So he will watch it at 5 o'clock. It's action. Ну, 100% будет сделано, да, ну, то есть мы же говорим про то, что если мы знаем, когда будет время указанное, то есть мы тогда можем сказать, что точно I will, то есть I'm watching film at 5 o'clock. Виталий, вы совершенно правы по поводу того, что фильм-то этот будет. Но уверены ли вы на 100%, что вы будете его смотреть? Знаете, ну, если... а уже пролила масло. Как говорил Воланд, к сожалению, человек смертен, а что еще страшнее, внезапно смертен. Понимаете, вы-то запланировали, но смотрите, ну, в плане Аннушки, которая пролила масло, тут может быть в любом случае. Но все-таки, когда вы говорите, я собираюсь сегодня смотреть этот фильм, это вам позвонил приятель, и вы предпочтете смотреть фильм. А представьте, если вам звонят из фирмы какой-то и говорят, Виталий, мы предлагаем вам работу сегодня, собеседование как раз во время, когда идет этот фильм. Вы что, откажетесь от собеседования на хорошую работу? Ну, нет, вам конечно. Вам звонит девушка, с которой вы так давно мечтали пойти в кино. Вы что, откажетесь от встречи с ней ради фильма? Не, ну я ей скажу, что я сказал уже другу, что я буду смотреть фильм, я ее приглашу домой посмотреть вместе. Ну, тут мы уже переходим немножко в другую сферу, не филологическую, а психологическую. Знаете, здесь все-таки... Я шучу, я понял. Point two, потому что вы запланировали, но кто его знает. Так, значит, I'm going to watch the film. Ваш друг спрашивает, а, фильм, какой фильм? О, так это хороший фильм, так я тоже его посмотрю. Альфия? Какой, what kind of film? Just. What kind of film? Берите любой фильм, который вам нравится, и скажите, тогда я тоже посмотрю этот фильм. Then I will... Come on! Then I will be watching with you. Will be watching. То есть вы предпочитаете время continuous. Почему? Вы Я уже как бы подошла, уже как начинается фильм, и как бы процесс уже начинается. Поэтому. Подождите, вечером, утром вам звонят, какой до процесса еще целый день пережить надо. И смотрите, вы совершенно правы, Альфия, в том, что вы не взяли going to. Для этого человека действие не было запланированным. Decision on the spot. А, фильм? Ну, тогда я тоже посмотрю. Я сейчас для себя это решила. Но вы просто хотите сказать, что вы посмотрите, а не подчеркивать процесс. Не то, что мы будем смотреть. А я, пожалуй, тоже посмотрю. Ну, может, в случае с Виталием, если он пригласит девушку, там стоит и процесс подчеркнуть. We'll be watching it together.
should I say? Но если речь идет только о фильме, тогда we'll watch it together. Понятна разница? Да, я думаю, да. Ну, надо. Good. Ну, давайте возьмем еще похожий пример. Значит, вы выходите в магазин. Вам кто-то из домашних говорит, купи, пожалуйста, хлеба. Вы говорите, я куплю хлеба, вот у меня есть в списке. Я уже плохо помню, я в список, вот у меня хлеб в списке. Вам говорят, и купи, пожалуйста, сахара. Вы говорите, что сахара нет? Хорошо, я куплю сахара. Давайте разыграем этот диалог. Например, Александр и Альфия. Попробуйте. Who is who? It doesn't matter. Допустим, Александр, вы идете в магазин. I'm going to the shop. Mm-hmm. Yeah, I'm going shopping, yes. Альфия, попросите Александра купить хлеба. Александр, be so kind, please, will buy me sugar. Альфия, не усложняйте, вы же просто просите, вы не в будущем, а просто купите. Please, buy, be so kind and buy some sugar. Yeah, yes. Buy some sugar, yeah. А вы, Александр, отвечаете, я куплю, то есть хлеба, ну, неважно, ладно, пусть будет сахар. Вы говорите, я куплю сахар, у меня он есть в списке. Okay, I will buy a sugar, it is in my list. Александр, ну если у вас сахар в списке, значит вы запланировали это действие. Значит, вы уже, собираясь в магазин, хотели купить сахару? Yes. Значит, не просто will, а вы это запланировали, значит... I'm buying sugar. I'm buying. А еще вариант? I will be buying. I'm going. Вы хотите подчеркнуть, я буду в процессе покупания сахара. I'm going. Подчеркну. Ага, Альфия? I'm going. Great, that's it. То есть, вы хотите подчеркнуть, что это запланированное действие. Вот оно в списке. I'm going to buy some sugar. Теперь, Альфия, вы говорите, и купи еще, пожалуйста, чего там, я не знаю, конфет. And then we'll buy, please, some sweets. Не надо будущее время. Buy, please. Не надо buy. Will. Mm-hmm. Okay. Buy, please, some sweets. Some sweets. Александр, вы говорите, ты хочешь конфет? Хорошо, я куплю конфет. Но вы не собирались до этого покупать конфеты. Mm-hmm. Okay, I will buy a sweet. Very good. I will buy. Вот оно, decision on the spot. Разница между действием запланированным I'm going to buy some sugar, I have it in my list. То есть перед тем, как я начал собираться, чтобы пойти в магазин, я уже собирался купить сахару. Но о конфетах я узнал прямо сейчас. Значит, у нас тут вот скользкий момент еще, сравнение. Это понятная разница. А вот давайте еще раз сравним. Continuous и going to. Значит, continuous. Чаще всего, во-первых, мы употребляем, когда речь идет о наших встречах с людьми. Не в процессе покупки, а чаще всего встречи с людьми. I'm meeting my friends, I'm seeing a doctor tomorrow. И если это действие мы совершаем достаточно регулярно. Например, я вас приглашаю. Let's go to the cinema on Tuesday. А вы мне говорите, sorry, I can't. I am swimming on Tuesday. То есть по вторникам я хожу в бассейн. Если вы каждый вторник ходите в бассейн, значит будет немножко странно сказать, я собираюсь идти в бассейн. Правда? Вот с сахаром, да, я собираюсь купить хлеба. Вот именно в этот свой поход. Или сахару. А следующий свой поход в магазин я не буду покупать сахару, потому что он у меня еще будет. А то, что мы совершаем регулярно, вы открываете ежедневник и говорите I'm swimming on Tuesday. I'm watching my favorite program that is always on Wednesday. Вот видите, мы говорили там, я собираюсь посмотреть фильм. Я узнала из программки, что сегодня этот фильм я собираюсь. Но по средам я всегда смотрю эту передачу. И поэтому, когда вы позовете меня
прогуляться по этой великолепной погоде, я скажу, I'm sorry, I'm watching my favorite program on Wednesday. Понятна разница? Yes. Ну, как бы, я объясняете, это понятно, но потом, когда диалоги, это как-то, я не знаю, ну, у меня как-то все же все равно какой-то... Совершенно верно, и это естественно, потому что, видите, жизнь всегда намного более разнообразна, чем правила. Мы пытаемся как-то загнать язык в правила, но, понимаете, жизнь всегда непредсказуемая. Значит, поэтому давайте сейчас разыграем какие-нибудь диалоги. Значит, еще один диалог давайте я вам предложу, а потом вы сами составите какой-то диалог. Значит, двое сидят дома. Один говорит, о, телефон звонит. Второй говорит, хорошо, я сейчас возьму, я отвечу. Виталий? The phone is ringing. Так, the phone is ringing. И второй человек говорит, я отвечу. I will answer. Very good. Совершенно верно. I will answer. То есть у вас не было запланировано, вы сидели, думали, ответить на телефон. Да, телефон позвонил, говорит, да, я отвечу на звонок. Еще ситуация маленькая. Кто-то приходит и говорит, ох, что-то сегодня у меня болит голова. Да, подожди, я тебе сейчас дам аспирин. Афи. I have a headache. Yes. И второй человек говорит, сейчас я тебе дам аспирин. I'll give you. Yes, I'll bring you some aspirin. Вот оно, decision on the spot. То есть вы не собирались этого делать. Вы не знали, что у человека болит голова. Но он вам сказал, хорошо. Вы идете куда-то, смотрите интересный фильм. А ваш друг говорит, он хотел бы посмотреть, но только вот у меня денег нет. Вы говорите, я тебе одолжу. Евгений? Его нету. Нету. В Александр. I will give you money. I will lend you. Да, I will lend you some money. Вот оно. То, что вы принимаете решение именно в процессе. Это понятно? Кстати, здесь очень интересный нюанс есть. Вот мы употребили слово lend, а еще есть такой глагол borrow. Какая разница? И то, и другое означает одалживать. If I want to give money, I say lend. If I want get money, I say borrow. Borrow. Very good. Замечательно, Александр. Вы представляете, каково втолковать англичанину, что то ли вы мне даете 3 рубля, то ли я вам даю 3 рубля, у нас это одинаково одалживать. Дальше. Давайте переведем вот такой еще пример. Ты поздравил Петра, у него сегодня день рождения. Еще нет, но я поздравлю его, собираюсь поздравить его вечером. Did you как будет поздравлять? Congratulate. Ага. Did you congratulate Pavel? No, not yet. I'm going to congratulate him. Yes. No. Very good. This evening I'm going to congratulate. То есть вы не забыли, вы помните, но вы собираетесь это сделать вечером, чтобы уже так спокойно, не торопясь, поболтать, поздравить. И второй вариант. Ты поздравил Мэри? О, я забыл, что у нее день рождения. Я ее поздравлю. Афе? Did you congratulate Mary with her birthday? Yes. No, I've forgotten. Yes. Дальше как? Я сейчас ее поздравлю? Да, я ее поздравлю, да. Вы забыли, но вам напомнили. И раз вам напомнили, то вы ее поздравите. А не напомнили бы, вы бы ее так и не поздравили. I will congratulate her. Very good. I will congratulate her. Совершенно верно. Вот видите, нюанс, казалось бы, незначительный.
Но мы сразу понимаем, человек об этом помнил, и это у него в планах, или вот сейчас ему пришло в голову, ему подсказали, и он это сделает. Так, ну а теперь давайте, если вы не возражаете, пройдемся по всем временам, которые мы сегодня вспоминали. К понедельнику я прочитаю эту книгу. Александр. I'm going... Oh, okay. I will have read... I will have read this book by Monday. Very good. Замечательно. Видите, здесь самое главное, то, что вы говорите о завершенности процесса. Вы хотите сказать, что к понедельнику вы ее прочитаете и сможете вернуть ее там, у кого брали, или в библиотеку. Завтра я тебе позвоню в 2 часа. Нет, не звони мне, пожалуйста, в 2 часа. Мы с семьей будем обедать в это время. Виталий? I will call you at 2 o'clock tomorrow. No, don't do it. We will be eating. We will be eating with my family at that time. Very good. Вы хотите подчеркнуть процесс, то есть, что вы будете обедать в 2 часа. Вы начинаете обедать в 2:30, заканчиваете условно в 2:30. Значит, в 2 часа вы будете находиться в процессе. Good. Ну а теперь, пожалуйста, попробуйте. Так, не появился еще Евгений, нас трое только. Так, значит, давайте так-то сделаем таким образом. 2 человека. Выбирайте, кто хочет построить диалог, а третий человек мне просто приведет пример еще на все эти времена. Кто будет диалог составлять? Ну давайте, Альфия, и с кем? Выбирайте, Альфия. У вас 2 джентльмена, 2 рыцаря. Выбирайте, с кем вы будете беседовать. Александр? Yes. Пожалуйста, пожалуйста, чуточку посвящите и предоставьте мне какой-то диалог с разнообразными формами. А Виталий, пожалуйста, вы предоставьте примеры какие-то. Так, я полминутки. Уже полминутки. Пожалуйста, если уже есть, пожалуйста, замечательно. Я буду просто мешать, может, пусть они посовещаются, потому что... Хорошо, вы еще отшлифуйте эти примеры. Пожалуйста, ребят. Я что-то не понял. А что мы должны? Вы должны провести диалог. Вот я вам привозила, помните, какое-то время назад я вам сказала, несколько диалогов я вам предоставлю, что вы перевели. А теперь вы предоставьте мне диалог, чтобы там были разные формы. I shall do it. Или I'm going, или I'm doing, или I will have done, или I will be doing. То есть вся палитра, весь спектр наших времен. Альфия, начните, пожалуйста. Может, экспромтом просто говорите, и у вас все получится. Ну, давайте экспромтом. Все, поехали экспромтом. Да, там разберемся по ходу. Пожалуйста, Альфия, представьте себе какой-нибудь будущий день и начинайте. Александр, I've heard that tomorrow will very nice party. Very good. Что вы по этому поводу думаете, Александр? Do you want to join with me? To me? Join me, без тревога. Join me. Mm-hmm. When? Sorry. Tomorrow? Tomorrow. Oh, sorry. Tomorrow I am tomorrow I'm working at night. Very good, that's right. То есть вы знаете, вы всегда работаете, да? I'm working at night. Это не то, что I'm going to work. Это так вы могли вообще обидеть даже. Вот я собираюсь работать. Значит, вы собираетесь, но можете отложить. А тут I'm working, это уже точно. Поэтому Альфия, я надеюсь, не обидится. Видите? Виталий, а ваши примеры?
Hello. Did you have you done some breakfast? No. I will. Did you don't know? Я еще не сделал завтрак, но я собираюсь его приготовить, вот, да? Да. Пожалуйста. I don't do it yet, but I'm going to do it. Совершенно верно. Вы там уже тесто замесили, уже все на мази, и вы это обязательно сделаете. А смотрите, могла быть немножко другая ситуация. Ты приготовил завтрак, вас спрашивают, а вы говорите, нет, а ты что, кушать хочешь? Ну ладно, если ты хочешь кушать, я сейчас приготовлю. I will prepare. Да, а тут мы без подготовки. Теперь, друзья мои, я хотела обратить еще внимание на такой маленький нюанс. Вот это going to. Значит, как вы уже правильно поняли, это запланированное действие. Но есть один нюанс. Вы, наверное, слышали такое выражение. It's going to rain. Правда? Yes. Что это значит? It's going to rain. Ну, будет как бы собираться на дождь. Да, собирается. Но запланированное это что? Сидит там какой-то rain или там бог дождя Чак Маоль, и он себе планирует. Вот, пожалуй, я прольюсь на эту грешную землю. Нет, значит, второе в случае употребления going to, когда мы по каким-то признакам можем сказать, что это действие произойдет. Больше всего мне понравилось объяснение в каком-то учебнике, там была такая картинка. Идет человечек, он вот так вот держит, вот так вот у него руки, видно? Вот так вот держит руки, и тут у него ящик, который заслоняет ему поле зрения. И он идет, а там открытый люк. Видно, где-то в наших местах происходит. И вот он идет с этим ящиком, он не видит то, что люк открытый. И кто-то говорит, he is going to fall. То есть, это не значит, что он себе запланировал, да? Как барон Мюнхгаузен планировал, в 9 утра подвиг, так и этот, в понедельник упасть в открытый люк. Это то, что мы видим по каким-то признакам. Понятно? Mm-hmm. Например, смотри, вон кошка вылезла на дерево, она собирается перепрыгнуть на другое дерево. Альфия? Look, she's going to jump to another tree. Совершенно верно. То есть чувствуете нюанс? Это не то, что кошка наша записала себе перепрыгнуть на дерево, на другое. Это вы смотрите и говорите, she's going to jump. Приведите мне ваши примеры, пожалуйста, с этим going to. Виталий. Look at this driver. He is going to crash his car. Совершенно верно. То есть вы видите это по всем обстоятельствам. Он так несется. He is going. Ну, совсем это не запланированное действие. Александр, давай. Окей, сейчас. The boy kicked a dog, and I say, look, the dog is going to beat a boy. To bite. Bite, да. По делам ему, конечно. Совершенно верно. Да. Значит, вот здесь вот такой нюанс, такая разница. Это может быть действие запланированное и действие, которое мы по каким-то признакам видим. И опять-таки, достаточно rather slight nuance. А что, если вы не видите каких-то признаков, но вы думаете? Вы себе меркуете. Вот, по каким-то признакам. Здесь вы можете сказать going to, как вы считаете? Виталий. Если мы думаем о чем? Вы делаете какие-то прогнозы по поводу будущего. Вот смотрите, две ситуации. Одна ситуация. Вы сидите на стадионе. Ваш друг участвует там в каком-то забеге. Вы смотрите, он уже вырывается вперед, бежит быстрее всех, и вы говорите, что he is going to win. Так? Mm-hmm. Потому что вы видите, что он уже обгоняет всех остальных участников соревнований. Mm-hmm.
Но если вы не на стадионе, а вы просто знакомы с этим человеком, вы знаете, что он очень тяжело тренировался, и вы говорите, я думаю, он выиграет. Что в данном случае? I think he will do it. Совершенно верно. То есть, если это плод ваших умозаключений, я считаю, я полагаю, я думаю, что произойдет именно так. I think we shall win in this horrible war. Да, это именно мои умозаключения. Но если я что-то вижу, вот кто-то там собирается выиграть, кто-то собирается упасть, кто-то там, вот кошка у нас собиралась перепрыгнуть через дерево. Ой, у меня что-то... Ага, нет, опять появилось. Тогда это... А можно вопрос? Конечно, можно. Смотрите, если, допустим, ситуация, когда я вижу человека, ну, не знаю, там, просто иду и вижу, что он готовится к экзамену. Он готовится, ни с кем не разговаривает. Я реально вижу, что он должен сдать его. Я могу сказать, he is going to pass exam. Так. Ну, понимаете, вы видите, что он готовится. То есть вы видите, что он сидит с открытой книжкой? Да, ну это... Видите, смотрите. Не, ну то есть я тоже думаю, что will, но как бы если потому что, ну да, я понимаю, что will, но как бы по всем признакам можно как бы, ну я реально вижу, что человек готовится, могу ли я это, ну как бы сказать, что он завтра сдаст, he is going to to pass exam tomorrow. По каким ну, то есть, признакам вы это видите? Ну что он учится целый вечер, ну то есть он как бы вот уже вот 100% выучил, как бы, ну. Послушайте, Виталий, а вот вы когда в школе учились, были такие ситуации, что родители были в полной уверенности, что вы занимаетесь, а вы в этот момент делали что? Или в крестики-нолики играли, или в наушниках музыку слушали, или вспоминали, как вы играли в футбол. Понимаете, вы взяли очень хороший пример. Вот на этом примере вот видна как раз нюансировка. Почему? Потому что, когда я говорю, что вот кошка собирается прыгнуть, это значит, кошка уже вот она присела, вот у нее уже хвост другой, она сейчас прыгнет. Когда я говорю, человек собирается упасть, или вы сказали, этот человек сейчас разобьет машину, то видно, что машина несется на полной скорости, и она сейчас, это мы видим глазами. Но то, что человек готовится, этот процесс нельзя увидеть. Понимаете, кто-то там открыл книжку, заглянул и что-то выучил, а кто-то сидит, смотрит в книгу и не скажу, что там видит. Поэтому здесь, скорее всего, вы скажете «I think he will pass his exam». То есть это все же в большей степени плод ваших умозаключений, чем какие-то признаки. Понятно? Да. Пожалуйста, ребята, давайте еще раз это сравним. Приведите мне, пожалуйста, пример, где бы было «going to» и где бы было «will». Но именно going to не в плане запланированности действия, а того, что вы видите по каким-то признакам. Александр. Ну, подумайте еще. Михаил. Александр. Your microphone is. The car is going turn left. To turn. Going to turn left. Going to turn left. That's right. Вы видите, что он включил там эти лампочки, поворот, значит, он должен повернуть. Так, а теперь, I think. Going, okay. А что я должен теперь, going? А теперь привести какой-то пример, но где бы вы употребили не going to, а ваши размышления, I think, и что-то там случится. Подумайте еще, пожалуйста, немножко. Альфия. The little girl is going to cry. Совершенно верно. Она уже, бедная, скривилась. Уже вы видите, что губки такие. Значит, она сейчас заплачет. А с will? I will help her. Not to cry. I will help her. Конечно, здесь может быть. Это немножко, вы чуточку отступили в сторону, но здесь это decision on the spot.
Да, вы не знали, что девочка заплачет, вы ей поможете. И, но если проводить параллель, то, наверное, был бы более яркий пример. If you tell it to this girl, I think she will cry. Да, нету еще признаков того, что она заплачет, но вы так думаете, что она заплачет. Понятно? Mm-hmm. И последний нюанс, ребята. Вот это going to... Пожалуйста, не путайте. Формально это continuous. И смотрите, может быть совершенно одинаковая форма, но вот вы идете по улице, встречаете друга, он говорит, ты куда идешь? Вы говорите, I'm going to school, to the university. Здесь вы имеете в виду, что вы именно going, вы идете. Но если вы скажете, I'm going to do something, I'm going to take a book from the library. То здесь это уже не процесс ходьбы, а это запланированное действие. Понятно? Uh-huh. Бывает I'm going to go. I'm going to go – форма не часто распространенная, просто чисто из эстетических соображений, чтобы не было тавтологии. I'm going to go. Иногда так говорят, но лучше просто I'm going to Turkey tomorrow. То есть вы имеете в виду, что I'm going to go. Просто, чтобы не было... I'm going to go to the school. Да, видите, вот I'm going to go. Просто именно из, вот из этих соображений лучше не повторять. Так, теперь я у вас спрашиваю. Александр, where are you going? Sorry. С вами на улице. Where are you going? Я спрашиваю вас. I'm going to the shop. I'm going to the shop. Why? И вы мне скажите, что я собираюсь купить, что вы там хотите себе купить. I'm going to buy a clothes. To buy? А дальше? Clothes. Простите, что вы имеете в виду? Одежда. Одежда. Конструкция совершенно правильная, но одежда в английском языке употребляется только во множественном числе. Clothes. Смотрите, okay. Как интересно. В русском только в единственном одежда. Хотя там может быть два шкафа, но все равно это одежда. А в английском only clothes, потому что единственное clothes – это ткань. Так, uh-huh. I'm going to buy some clothes. Very good, Tim. Михаил, where are you going? I'm going... To eat. I'm going to eat. Что я вас спросила? Where are you going? I'm going to eat to the restaurant. At the restaurant. Переведите, пожалуйста, мой вопрос. Where are you going? Where Куда вы идете? Да, куда вы идете? Значит, наверное, логичнее было бы ответить. Если я спрашиваю, where are you going, Михаил? Вы говорите, I'm going to the restaurant. Я иду в ресторан. Why? I'm going to have dinner. Я собираюсь пообедать. Почувствовали нюанс? Ага, where are you going? I'm going to the cinema. Yes, why? Sorry. Я собираюсь посмотреть фильм. I'm going to watch a film. Yes, very good. Vitaly, where are you going? I'm going to the village. Yes. Oh, what? I'm going to dig potatoes. Very good. Почувствовали, ребята, нюанс? Yeah. Так, пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы? Что-то, что мы недостаточно осветили? Да не, вроде все нормально. Вроде все нормально. Замечательно. Если все нормально, я думаю, что мы разобрались с более не менее. Можем это еще повторить. А можно вопрос? Конечно. Future perfect. Да. Перфектные времена будущего времени. Еще раз уточните, пожалуйста.
Future perfect употребляется для обозначения действия, которое должно быть закончено в будущем к какому-то сроку. То есть deadline. Вы должны сделать это к такому-то времени. Или вы сами говорите, я сделаю это к такому-то времени. То есть будущее, но завершенное. Не просто я в понедельник куда-то пойду. Это просто в future. Но если I will have done this by Monday. То есть я что-то сделаю к понедельнику. И образуется will have плюс третья форма глагола. А еще есть такое очень красивое времена, как future past continuous. Perfect. Future perfect continuous. Да, есть такое время. Но, ребята, к сожалению, на это время у нас не осталось. Оно довольно редко употребляется. К сожалению, у нас не осталось времени. Если хотите, я приглашаю вас во вторник на урок о модальных глаголах, и мы можем уделить там пару минут этому времени. Future perfect continuous. Хорошо? Okay. Thank you very much for your attention. I hope to see you next time. Thank you. Thank you. Thank you. See you. Bye. Bye. Bye.